Ну что? Умаялся, небось. Садись. Коньячком побалуемся? Не откажусь. Интересная штука жизнь. Сплошные несправедливости. Кто ворует, тот на Майами загорает. А ведь ворует Володя. По-черному ворует. А кто-то до получки не дотягивает. Известное дело. Кому нары, кому канары. Вот-вот. Ну, будем, что ли? Будем. Бери бутербродик-то. По декорку хорошо. Коньячок французский идет. Если бы еще клопами не пах. Но нет в мире совершенства. Бери бутербродики там. Закусывай, закусывай. Знаешь, Володя, что больше всего меня сейчас тревожит? Нет у нас нормальных законов для еще более успешной борьбы с организованной преступностью. А чистюли эти разные, вроде нашего Никитки Кудасова, все руки себе боятся испачкать. А вор, он должен сидеть в тюрьме. Любой ценой. Я тоже так считаю, товарищ подполковник. Это хорошо. Ну? Ты знаешь, чем труд руководителя отличается от простой исполнительской работы? Ответственностью. Не только, во, не только. Умение видеть перспективу. А перспективу иногда подстегивать надо. Я понимаю. Вот и славно.